талантливые, красивые и, я не побоюсь этого слова, голосистые. Финалистки шоу «Экс-фактора» первого сезона. Ирина Борисюк и Мария Рак. Время объявить первого бойца сегодняшнего вечера. Однажды в известном талант-шоу она чуть было не выиграла 2 миллиона гривен. А ее продюсера Игоря Кондратюка чуть было бы не хватил инфаркт. Эта девушка учащает сердцебиение. Встречайте, Мария Рак. Встречайте, в синем углу ринга, серебряный голос шоу «Экс-фактор» Мария Мария, я так рад тебя видеть. Это взаимно, Сереж. Ведь целый год я ничего не слышал о тебе. А я ведь знаю, я уверен практически, что ты не сидела без дела. Расскажи, чем ты занималась все это время? Не сидела, Сережа, ну нечем было заниматься, только скучать по тебе. А вы заметили, как лихо Мария набирает очки в нашем шоу? В бой уже рвется ее... Соперница, великолепная Ирина Борисюк. Встречайте в красном углу ринга мечта всех фермеров Украины. Ирина Борисюк. Моментов шоу, когда девушки на ринге сбрасывают с себя халаты. Ира, ты simply the best. Ты просто лучше. Скажи, ведь опыта телеведущей тебе не занимать. А как бы ты сама себя представила? Ну, я здесь зроблю два в одному. Телеведуча и співачка Ирина Борисюк.